Приближаются новогодние праздники, а значит, у пожарных и медиков наступает горячая пора. Одна из причин тому – некачественная пиротехника или ее неправильное использование. В преддверии новогодних каникул сотрудники МЧС проводят рейды по выявлению контрафактных салютов и фейерверков. На что обратить внимание при выборе праздничного набора огненных потех, расскажем в следующем сюжете. Какие самые главные атрибуты новогодних праздников? Елка, мандарины, салат оливье и, конечно, фейерверк. Ни для кого не секрет, что при всей своей красоте салюты и петарды очень опасны. Весь декабрь сотрудники МЧС проводят рейды по торговым точкам, в которых продается пиротехника. Специалисты проверяют сертификаты соответствия, сроки годности и условия хранения. Да, и мы объясняем сами правила установки обязательно. Да. Вы знаете о правилах хранения пиротехники и соблюдаете ли у вас здесь все вот эти вот правила? Да, конечно, знаю. Нельзя, чтобы были отопительные приборы какие-либо от солнечных прямых лучей, чтобы защищалось. И электроприборов также. То есть у нас все правила соблюдены, все электроприборы находятся достаточно далеко. Во время новогодних праздников бдительность горожан, подогретых алкоголем, притупляется. Дабы избежать чрезвычайных ситуаций, спасатели напоминают продавцам пиротехники о необходимости знакомить покупателей с правилами использования фейерверков. При покупке салютов, фейерверков, петард необходимо обратить внимание на упаковку изделия. На ней не должны быть разрывы, либо увлажненные места. Сушить упаковки запрещено на отопительных приборах. Категорически запрещено. Кроме всего прочего, хранить пиротехнику необходимо в сухих прохладных помещениях подальше от детей. А перед запуском внимательно изучить инструкцию. По итогам проверки сотрудники Пожнадзора нарушений среди магазинов, торгующих пиротехникой, не выявили. Подобные профилактические рейды продлятся до конца года.